Многие заболевания можно выявить на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на их результативное лечение. Люди об этом редко задумываются и чаще всего в поликлинику идут только тогда, когда наступает пиковая стадия. Облегчить и продлить себе жизнь просто. Достаточно своевременно проходить диспансеризацию, ведь сейчас это стало доступно всем. С прошлого года по распоряжению губернатора Московской области она проводится ежедневно, кроме воскресенья, что позволяет воспользоваться услугой даже очень занятым гражданам. Также каждый первый субботы месяца у нас проходит диспансеризация в расширенном объеме. Конечно. Она предполагает, что с 8 до 13 часов мы активно берем у населения рекомендуемые анализы. Поликлиника работает в усиленном режиме. На приеме сидит несколько врачей-терапевтов, усилена лаборатория, усилен кабинет УЗИ и КГ. То есть для того, чтобы люди минимально затратили личного времени, проходит все быстро, направленно. Диспансеризация включает в себя сдачу анализов крови, ЭКГ, флюорографию, измерение глазного давления, УЗИ брюшной полости и малого таза. А для женщин после 40 лет рекомендуется делать маммографию и проводить онкоцитологическое исследование. В прошлом году благодаря диспансеризации удалось выявить 45 случаев заболевания раком. Как раз при этой диспансеризации мы обнаружили опухоль. Заболевания. А я анализы нормальные, я хорошо себя чувствовала, как бы сбегала, и вот, пожалуйста. Теперь вы хотя бы можете начать лечение вовремя? Ну, уже все, и 2 года тому назад было. Вовремя сделали операцию, и все нормально. Вообще онкология входит в тройку самых распространенных заболеваний. И с каждым годом количество больных увеличивается. Как отмечают врачи, рак помолодел, стал более агрессивен и скрытен. Симптомы начинают проявляться практически только на терминальной стадии. Поэтому так важно обследоваться каждый год, чтобы застать его на первых этапах. У нас такой менталитет, что мы привыкли вкладывать время и деньги в болезни. А надо немножко поменять отношение к себе и вкладывать это в здоровье, то есть заниматься профилактикой. Прийти один раз в год или раз в 3 года, сдать анализы и пройти необходимое обследование и выявить какие-то предрасположенности, начало какого-то заболевания, всегда можно. Все это можно скорректировать в начале пути, не загоняя себя в тупик. Узнать точные часы проведения диспансеризации можно на сайте районной поликлиники в газете «Видновские вести». Там же вы найдете информацию о том, люди какого года рождения подлежат в этом году расширенному осмотру. Остальным же будет предложен минимальный набор обследований. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.